Спасибо, спасибо, друзья. Теперь благодаря вам у меня есть новый дом. Бытует мнение, что хорошее дело браком не назовут. Но именно наши молодые своей любовью повергают эти домыслы. И прямо сейчас я хотел бы пригласить к нашему садовому алтарю человека, который должен был сниматься в фильме «Новый Человек-паук. Высокое напряжение». Человека, которого знает про электричество больше, чем Никола Тесла. Единственный неповторимый – Александр! После всего вышесказанного и увиденного можно было сворачивать в контору и ехать домой. Но какая свадьба без невесты? Она ангел, которая спустилась с небес на землю. Что за их тепло и счастье? Великолепная и божественная Анна, друзья! Сейчас хотелось бы обратиться ко всем гостям. Все, кто против этого брака, говорите сейчас или молчите вечно. Я против. Рот такой. Продолжаем. Ну что ж, уважаемые молодые, теперь я прошу вас обменяться кольцами. Не спешите. Фото, видео. И преданности друг другу. Друзья, для того, чтобы скрепить этот брак официально и духовно, я приглашаю к нам отца Андрея.